Но рискнем. Быстрей! Сюда! Ого! Еще бы чуть-чуть. А ты быстрая. Это круто. Спасибо. Ну давай, побежали. Так, как ты их нашла? Цикад? Да. Помнишь того парня, которого ты укусила и пушку забрала? Да, я его помню. Это Тревор. Короче, я его увидела на улице и решила за ним проследить. Он зашел в переулок, и там на меня набросились цикады. И утащили прямо к себе в логово. К Марлин. Страшно было. Да жути. Я думала, уж теперь-то она меня точно пристрелит. А она только спросила, чё так долго? Она меня ждала. И она сразу приняла тебя в цикады? Ну, типа того. Все, что было до этого, это, оказывается, проверка. Она испытывала мою преданность. А. Услышала уже голоса? О, ха-ха-ха. Ой, прости, не хотела обидеть твоих друзей. Так что? Ты поверила в их идеалы? Я не знаю, я поняла одно, я не солдат. Тридцать дней, ага. Ваше содействие в выявлении подозрительных лиц в салоне безопасности. Черт, прячься! Прости, что-то я психованная. Тут скользко. Слушай, может мне податься в цикады? Элли, я об этом Марлин первым делом спросила. Она хочет, чтобы ты сидела в этой дурацкой школе. Даже сказала, чтобы я к тебе не ходила. А ей-то что? Боится, что втяну тебя в неприятности. А. Эй, помнишь, как я тебя сюда привела? Зачем мы сюда залезли, Райли? У меня для тебя сюрприз. Какой? Динозавр? Может. За динозавра я тебе все прощу. Подожди, скоро увидишь. Не верится, что Уинстон умер. Уже знаешь? Да. Что с ним стряслось? Говорят, свалился с лошади. Инфаркт или типа того. Блин. Хотя многие ли сейчас умирают от старости? Я таких не знаю. Вот-вот. Посмотрим, что он оставил. Ты что? Что? Это Уинстон? Да он раньше был красавчик. Ух ты! Будешь? Давай. Ты смотри, это не пиво. Ага. Ни хрена себе! На! Вот гадость! То-то. За Уинстона. Как дерет. Давай. А с принцессой что? Ну, я думаю, кто-то ее себе забрал. Бедная лошадка. Небось, не поймет, что случилось. Yeah.
Элли, помоги поднять. Ненавижу тут лазить. Всегда боюсь, что нас сейчас завалит. Ерунда. Я первая. Знаешь что? Давай поищем другой путь. Да. Эй, Райли. Слушай, я тебя подсажу. Попробуй открыть с той стороны. Вариант. Райли! Дура! Второй раз за сегодня! И как мы раньше это место не нашли? Так, я нашла маску прямо для тебя. Райли! Идеальную! Посмотри. Это что, у тебя типа оборотень? Надень-ка! Тупость. Да, крутяк! Порычи. Элли, не тупи. Рыкни по-настоящему. Другое дело. Давай глянем, что тут еще есть. Вау, сколько тут всего. И что, люди это покупали? Не врубаюсь. Вау. Это было тупо. Ага. А вот эти маски еще круче. А что? Вампиры — это как раз мое. Я граф... граф... Дракула! Вообще-то, графиня. Я графиня Дракула! Да. О, у меня мысль. Видишь машины внизу? Да. Красная твоя, моя синяя. Бросаем кирпичи. Побеждает тот, кто разобьет все окна в своей машине. Шутишь? У меня глаз алмаз. Ха, супер. Проигравший отвечает на вопрос без сарказма. Мы что, играем в чистосердечное признание? Хм, ладно, поехали. Да, блин. Давай, собери. Ба! Есть. Второе. Фигак. Есть. Блин, что, нравится? Вот как это делается. Четко. Последнее. Да! Я чемпионка! У моей стекла были толще. Ну да, можешь не оправдываться.
Теперь вопросик. Уже страшно. Ну ладно. Почему ты тогда набросилась на меня? Мне нужно было самой во всем разобраться. Я ж тебя просила, как человека. А ты пристала. Да, но я волновалась за тебя и... Знаю. Знаю. Честно. Слушай, давай забудем уже. Проехали. Идем. Я лучше покажу тебе ту штуку, она недалеко. Ну, давай. Давай.